Друзья, сегодня я вам хочу прорекламить очень классную программу от компании iMyPhone D-Back. Это для Windows. Я действительно сам удивился, попользовался. Эта программа позволяет восстановить данные, потерянные любого типа. Это фотографии, фото, видео, документы и так далее. С флешек, с жестких дисков, с камер, с любых типов подключения флешки. То ли это будет SD-карта, то ли с переходничком на маленькую SD-карту TFT, то ли это будет флеш-накопитель, не имеет значения. Восстанавливает все, битые сектора жестких дисков и так далее. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Эксперт по восстановлению жесткого диска D-Back, Windows 11. Поддержка. Лучшее программное обеспечение для восстановления данных на жестком диске. Восстановление удаленных файлов жестких дисков, USB накопителей, SD карт, твердонакопительных накопителей, камер и так далее. Поддерживает более 1000 типов файлов, включая фотографии, видео, офисные документы, архивы и многое другое. Предварительный просмотр восстанавливаемых данных жесткого диска перед окончанием восстановления. Восстановление разделов Windows, таких как на необработанных разделах. Отформатировать раздел, повреждения раздела и так далее. То есть вы здесь все это дело можете скачать, ознакомиться. Вся полезная информация, конечно же, в закрепленном комментарии и в описании под видео. Ну что, друзья, вот как мы видим, наша сама программка. Что она собой предусматривает? То есть есть такие-то вот некие пункты. Давайте с верхних начнем. Здесь вы регистрируете, здесь вы можете написать поддержку, здесь точно так же. Здесь общий функционал и так далее. Как видно, здесь показано диск C, диск D. У нас есть 6 пунктов. Каждый из них значит корзина, рабочий стол, выбрать папку, найти локацию, восстановить после сбоя, ну и импортировать результаты сканирования. Вот. Так, давайте разберем тот момент, если у нас есть, допустим, как у меня флешка, которая не отображается компьютером. Я сейчас ее подключу, как можете здесь видеть, она не отображается. Поэтому мы сейчас сделаем восстановление полностью всех данных, которые там есть. Вот у нас уже пошло скачивание, сканирование, точнее, данной флешечки. Как только она отобразится, мы с ней сможем дальше работать. Вот появился данный диск. Как видите, здесь он все еще не отображается. Это какая-то ошибка. Вот, нажимаем сканировать, и все, у нас идет здесь сканирование, полностью отсканируется весь материал, который есть у нас в верхнем окне, где все файлы будут набираться, вся музыка, фото, документы и так далее, и так далее. Полностью по завершению этого всего я уже покажу, какие файлы были восстановлены и куда они сохраняются. Вот, полностью 100% у нас прогружается информация. И, как видим, по папочкам уже все набито. И можно либо отдельно это все скачивать, либо мы все это перенесем на диск F на компьютере. Сами можете определить, какой диск. И уже для себя выгрузить всю информацию, которая была на флешке. Это совсем не трудно, буквально в несколько кликов. Все. Сейчас мы будем переносить. Все так же она не отображается. Смотрим. Нажимаем дальше. Вот здесь у нас выбор диска, куда мы будем переносить. Но я буду это все на F-диск делать. Выберем какой-то раздел по папочкам. Пускай это будут фильмы. И вот отсюда мы будем уже отталкиваться по окончанию результата. Вот. Смотрим, что у нас здесь ничего нет. И по завершению, уже как все у нас сбросится, мы с вами сверим эти данные. И будем уже смотреть. Все. Процесс завершен. Теперь мы можем либо здесь смотреть, либо уже перейдем в раздел, где у нас файлы все скинуты. Все, вот абсолютно по папкам все разбито, где что. Каждый файл, вся музыка, абсолютно все файлы целые, рабочие. Можете сами, в принципе, попробовать. Перейдете в описание под видео, в закрепленном комментарии информация есть. Вот, это самая ценная программа, с которой я сталкивался, действительно, она очень хорошо работает, все, весь процесс будет зависеть от того, какая мощность вашего ПК и скорость интернета, в принципе, это недолго занимает, и как показывают, в принципе, результаты, практика, оно того стоит, тем более, если у вас есть какие-то важные данные для восстановления, все, флешка все так же не отображается, но у вас данные есть. Это то, что у нас здесь есть. То есть, как понимаете, то, что у нас есть в корзине, мы здесь отсканируем у нас все это дело. Если вам нужно будет что-то восстановить, либо сделать резервную копию, все это можно сделать. То есть, как видите, здесь есть некие файлы, которые у меня ранее были. Вот. Но здесь их на диске нет.
Здесь есть, вот смотрите, сколько у нас здесь файлов. 5-10 файлов. Здесь их намного больше. То есть это все то, что удалялось. Оно здесь у нас архивится. Мы его можем забэкапить, точно так же восстановить. Как можете здесь видеть, здесь есть видео, файлы и так далее. То, что я открыл в корзине, здесь вы видео не видите. Здесь есть только некие файлы. Вот, можно забэкапить, восстановить и так далее. То есть это никакого труда не составит. Точно так же рабочий стол делает резервную копию. Мы заходим, он будет сканировать и делать резервную копию. То есть это полностью весь диск, который у меня здесь есть, все 100 гигабайт. Но я этого делать не буду. Нажмем стоп. Это вам для демонстрации, чтобы вы понимали, действительно эта тема работает. Вот. Точно так же выбранные папки, найти локацию и так далее, и так далее. Давайте там, допустим, с локацией определимся. То есть каждый диск у нас может отсканироваться. И здесь будут отображаться все подключенные устройства, которые вам нужно будет восстановить данные. Это будет очень просто, в принципе, и доступно. Давай, наверное, проведем с вами эксперимент с восстановлением все-таки какого-либо утерянного файла. Как по мне, это самое, наверное, классное. Самое классное, это, конечно, восстановление данных и восстановление после сбоя Windows. И не обязательно он должен быть лицензионный. Давайте, мне интересно, какие здесь были видео. Вот именно конкретно я выберу видео. Вот, у нас есть два неких видео. Давайте выберем самый небольшой, допустим, любой. Вот, и мы его восстановим. Выберем диск, пускай это будет F, на диск F. Все, окей. Все файлы, видео, mp4, и как можете видеть, у нас здесь видео. И оно, конечно же, будет воспроизводиться, никаких проблем не будет. Это я что-то записывал с предыдущих реклам. Все, здесь мы ничего обновлять не будем. Уйди. И как сами видите, у нас здесь все работает. Давайте мы отсюда выйдем, нам это не нужно. Ну и потом в дальнейшем, конечно же, удалим файл. Все, мы можем выходить назад. Ничего сохранять с этого не будем. И точно так же восстановление после сбоя. Если у нас есть какой-то сбой, вот мы можем все забэкапить себе на флешечку, либо же на SD, либо DVD-диск, и все это дело потом восстановить с него. Очень крутая программа, как по мне. Не нужно обращаться никаким специалистам. Вы буквально все можете сделать сами. Поэтому не забывайте, что все полезные ссылки будут в описании под видео и закрепленном комментарии. Действительно, она очень крутая, очень классная, стоит того времени. Конечно же, все полезные ссылки в описании под видео и закрепленном комментарии. Также прошу обратить внимание на то, что есть точно так же подобие этой программы, только для iOS-устройств. Компания iMyPhone D-Back для iOS – лучшее восстановление данных. Если вы случайно там потеряли какие-то данные, удалили, то есть возможность восстановить или исправить какие-либо ошибки, которые столкнулось ваше iOS-устройство. Вся доступная информация точно так же будет закреплена в описании под видео и в закрепленном комментарии. Я думаю, это будет очень полезная для вас информация. Ныряйте в комментарии, дайте об этом знать, подписка на канал, прожать колокольчик. И скоро увидимся. Дальше больше.